Уважаемые друзья, подписчики, сегодня у нас новинка, новое поступление. Предлагаем вашему вниманию интересный мульчер под брендом Dobermed. Предназначено изделие для борьбы с зарослями кустарника. Идет уже как класс лесных мульчеров с крошением диаметра до 15 сантиметров. Что представляет собой данный мульчер? Вес тона 30 килограмм, ширина захвата 226 сантиметров, дополнительная рамка для защиты от падающих деревьев и кустарника, возможность поднимать крышку рабочего органа с помощью гидравлики. Вот здесь гидроцилиндр, далее мы его покажем более подробно. Очень мощный редуктор, гораздо мощнее, чем на универсальных мульчерах. Обратите внимание на толщину металла, который используется на лыжах. Здесь у нас 12 миллиметров. Обслуживаемые подшипниковые узлы, усиленный корпус, защита двойная с помощью цепей, то есть цепи у нас идут в два ряда, быстросъемные муфты, рукава высокого давления. В комплекте у нас идет карданный вал. Здесь у нас 5 ремней. Натягиваются они вот таким вот натяжным механизмом. Трехточечная навеска. В принципе, можно использовать на МТЗ-82 и выше. Мы рекомендуем, конечно, лучше 12-21, если вы хотите все-таки работать с максимально допустимым диаметром измельчаемого бревна. Что касается рабочих органов, мы дополнительно выложим фотографии отдельно каждого молотка. Обратите внимание, пока здесь особенности регулировки высоты работы мульчера. Здесь у нас обслуживаемый узел ролика натяжного. Если мы заглянем снизу крышки, мы увидим рабочие органы, то есть молотки из специального износостойкого сплава на свободном ходу прячущиеся. То есть конструкция вала предполагает, что мульчер будет работать со сложными объемами биомассы, то есть исключается возможность застревания, блокировки рабочего вала и, как следствие, разрушения. Данное изделие сертифицировано в странах таможенного союза. Ближайший аналог — это Италия. По цене итальянских ничего говорить не буду. Что касается наших изделий, все можно увидеть на сайте agrofor.ru. Цены демократичные, гарантия год и выше, в зависимости от модификации. Любые вопросы пишите, звоните, с удовольствием ответим на них.